контент пошел, контент, пацаны. Привет, дружище, мы с тобой продолжаем выживание в Арк, это у нас сервер Arkhouse, Small Tribe, X5 рейты. Мы уже потихонечку начали себе строить новую базу, она еще далеко не до конца закончена, но я уже нашел себе местечко, где можно будет сделать наконец-то стену подписчиков. Я давно уже об этом говорил в роликах, что хочу и собираюсь сделать эту стену, но как-то не доходили все время руки, все время как-то было чем-то занят. Но по итогу я все-таки сделал стену подписчиков, и первый, кто у нас попадает, это Супер Раптор. А если ты тоже хочешь попасть в выпуск, чтобы твое имя все увидели, то начиная с этого сезона я ввожу следующую фишку. Я буду выбирать случайным образом рандомный комментарий под видео, и автор этого комментария попадет в следующий выпуск. Поэтому все, что вам нужно, это оставить любой комментарий и немного везения. А чем больше комментариев ты оставишь, тем больше шансов тебе попасть в следующий выпуск. А также, дружище, если ты впервые на канале, то обязательно подписывайся на него. И не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. И не обращай внимания на голос, я до сих пор болею и стараюсь как можно быстрее выздороветь, чтобы голос уже стал нормальным. Проект Arkhouse приглашает всех на свои сервера. Комфортная атмосфера, самые популярные моды, адекватные настройки. На проекте действуют разнообразные акции и реферальные программы. Проводят крутые ивенты. Здесь вас ожидают кластеры. X50 PvP – отличный кластер для фана. X5 PvP Small Tribe – для спокойного PvP. И X5 PvE не заставит вас заскучать, благодаря красивым модам и большому онлайну. Всех новичков ожидают стартовые наборы, а также начальный баланс в магазине. Введи в магазин промокод Arkhouse и получи дополнительный бонус к старту. Ссылка на проект в описании. Вообще, разрабы, зачем они делают этот дом, если он занимает 1/4, ладно, 1/8 карты, и там все равно никто не живет? Это же целая 1/8, сделали бы там еще респон. Ну вообще, конченый биом, тут куча гиксу вернами. Ну как бы вот именно. Зачем делать такой биом, что тебе дресается по 50 миллионов виверн и гигант. И не только. О! У меня походу PvE статус багнулся. По мне зараженный гига по единице все кусает, лол. Читер! Бобби с чатами играет. Собственно, дефолт, как бы с админкой, с другом админом, с балансом, с читами. Ну да, ну да. Все как всегда, стандартный пак. Без этого я на сураки не захожу. И самое главное, только теперь как-то по-глупому не умереть. А Джори сдох, не сбили. Обидно будет. Вот пацан на грифоне, ты пролетал. Ты видел, что тут моногарм. Почему ты его не... 150-й! Лол. Томи. Нужно. А как? Что сделать? Он же увидит, он только сейчас, он прям передо мной. Ну, постарайся просто как-то в ловушку отвести по фасту, чтобы его не пере... Ё-моё. Сейчас. Классно, я походу забагался. У меня гига в полете. Отлично. Погулял. Короче, стою, чилю. Смотрю, как гига наша на нейтрале с другой гигой сражается. Нормально. Как знаешь, мем из Годзиллы, типа, чели говорит, пусть дерутся. Все, ну я на нее даже сесть не могу, сейчас через крапот буду выкидывать. Меня с детства приучили к компу и еду не носить, да, и в принципе сам знаю после того, как клавиатуру спалил себе. А как можно клавиатуру себе спалить? Водой можно. Чего, водой? Ел, запить решил и опрокинул на клавиатуру сок. Она из горя. Блин, а вот сколько раз проливал на клаву, вообще ничего не было. Батя, у меня ноут больше пережил. Я на него и чай, и молоко, блядь, и колу, и сок разливал. На ноут, понимаешь, на клаву, блядь. Не знаю, у меня после первого же стакана сока просто сдохло. Походу, ты успешно прошел проверку на лоха. После первой и второй перерывчик небольшой. Ладно, я полетел на этот набер за краба. Вообще 80-я откуда-то взялась. Кого? Набер, 23 человека. Чё-то много. Персонажа да может, он ноги, помоги. Слушай, а ты вот набер пошел, ты все с собой взял, чтобы краба притомить, или нет? 9 фундаментов, 36 этих... Да не это спрашиваю, ты все взял, что тебе нужно? Ну я все взял. Супер клей момент, я себе недавно кое-что склеил. Да, просто... Да-да-да, я. Просто, блядь, заклеил, и все, интернета нету, и хуй. Он и нахуй не нужен, этот интернет. Кто-то сидел 4 дня без интернета, а потом оказалось, что это... А я думал, у меня интернет не оплачен. Момент, заебись вещь. Ну, такое. Я вам как-то раз глаз себе чуть не склеил.
Даже на видосе Коля. Я тогда в Дискорд пиздел, когда клеил, блин. Коля это записал, пиздец. Осуждаю. Барабан разматывается, на стойках стоит, короче. А другой конец, он как бы, блядь, прибит к барабану. И получается, я не ебу как, бывает, он отрывается, блядь. Начинает разматываться с другой стороны. А ты его назад, на суперклей, блядь. Я в этот момент такой рядом, типа, смотрел, чтобы он не ебанула вся эта конструкция охуительная. Вот, и кабель мне ебанул по лицу. Приходишь такой, пол лица, блядь, нету, а мне заебись. Да не, лицо в порядке, очки сломал. Это же тебе повезло. Обид. Слушай, посмотри, там скоро много родит. Это вот эта самка, которая может спариваться через 11 часов? А, угу, я понял. Она, походу, уже родила, ищи этого мелкого. Там мелкий должен бегать. Чего вообще не будет? Нашел. Он прям под базой, снизу. Ну-ка. Ля, 237-й. Вау, левел. Ну по статам... Тут стамина очень много. Типа везло постамить. Тут пацаны рядом накицали, фармили. Они могли его заклеймить. 1530 стамины. Вот бы ярнулось, пацаны его заклеймили. Я статы заскринил. Че, у нас прикол еще такой есть, типа, в городе, где маршруты проходят экзаменационные, типа, трамвайная линия. И перед ней стоит знак стоп. И на этом же, сука, столбе висит знак главная дорога, блядь. И как ехать там? Чё делать-то? Ну делать не знаю, ты спроси как, понимаешь? И тупо просто ты едешь, типа останавливаешься, нарушение, сука. Проезжаешь дальше, нарушение. Тупо ты бронуметы довесили специально, чтобы бабло рубить с учеников, я хуй. Тупо пранк. Ну я говорю, блядь. Потом гаишники такие уходят. Поздравляю, вы приняли участие в социальном эксперименте. Вот я блядь. С вас 3000. Прекрати, Коль. А то что? Коль, смотри. Коль, я снимаю с тебя. Фу. Жнюк, бля. Кстати, спот хороший, Коль, вот этот вот. Там, типа, тупо подходы, нет никакой залуп. Кальян. Чего? Я тебя слушаю внимательно. Кальян, верни кальян. Че вы где, парни? Там, блядь, справа, нахуй. Ну, мы вдвоем около, втроем около дропа. Че, не врешь? Не, не, а, вон, ты, Роха. А где наш сувод? Това сзади. Това подожди. Ну все, мы дружай. Давайте, че. Дима, че за унылое говно? Я спать хочу, блядь, тогда я знал. Ну че, активируем, че не? Блядь, 14 спальников, короче, на всех. Не активируйте. Да никто не активирует, блядь. Да я смотрю, Шнюк вперед. Да ничего, ёбнутый, что ли, жди всех всегда. Кто тебя знает? Так я поэтому и говорю, не активируйте, потому что Шнюк. Вы пока спальники раскидайте. Потому что Шнюк. Ну нормально так-то, изи, в принципе. Сколько еще осталось, я хуй знаю. Две волны вроде. Тут альфа-трайк еще должен быть. Вот с резистами своего херового. Стой, сколько волн? Надо посмотреть по этому. Всего 5. Ну вообще фиолетовым их 7. Ну на фиолетовом вообще, я слышал, раньше бесконечно было волн. Да, там и так и есть, там хоть сколько можешь дефать, да, по синей. Просто ты после 7-й волны можешь открывать его. И там с каждым разом лучше, лучше и лучше? Да. Только там все жестче и жестче и жестче. Ну то понятно. Ты хуй доживешь до 7-го. Ну фиолетовый мы еще не готовы дефать. Что-то вообще как-то легко красный дефается. Ну это место еще повезло. Обычно дропается газ-залупа какая-то. Сейчас сколько? Да, тут багается, очень много живки багалось. Последний тут враг остался. Багалось, то мы не прошли. Еще один враг можно открывать. На Манагу седло легендарное на 75. Я ходить не могу, Коля. В гигу скидывай. Сейчас я к тебе подойду. У него ноги подкосились. Бля, каменных стен, бля, 30 тонн дропалось. Возьми воду. Больно хуйни нужно. Все принято, что залутали в гигу. Я еще сам не видел дропсу. 435 слитков тупо. И 44 металл фундамента. Тупо металл по фарме. Да сколько у тебя там седло, ты говоришь? Ля. 118, нахуй. Так это вообще топовое седло.
Ты смотри, у меня, блядь, TXS, нахуй, смотри. Что, ори, блядь, нагрудник, нахуй, 1100 прочки, блядь. А ты штаны посмотри, 545 брони, 1123 прочки. О, это так броня вообще законна? Ценник, 12к металла. Нет, ты чё, я, блядь, если в такой броне будем бегать, нас точно скажут, что донатер. О, нагрудник хороший. Снапор, нахуй. На 51 брони выкину седло на Монагу. А нахуя у нас на 118, блядь? На той же, это юслес. Да похуй, я тебе поставлю. Мусор. Лишний, блядь, смысл. Да можно фиолетовый на 80 выбить спокойно. Смысл. Только надо капсулы. А куда вы все ушли? Алло, разгружайте. Ты сам сказал, нахуй, сложить. Все, пошлите еще подыхаем чуть-чуть. Там железные стены, блядь, 300 километров. А сколько там железных стен? Короче, я все взял, наверное, унесу. У меня 44 фундамента. Да, унесу. Шнюк, свали! Давай. Вон, к Терри иди. А ты думаешь, ты ко мне сядешь? О, нормально. Можешь? Все, давай, полетели, тогда на базу разгрузимся. Потом еще можно будет поискать, подефать новые дропы. Блять, че, мы будем еще дефать или вы спать полетите? Да я бы... Ну да, еще будем. Я только рад, что подойду. Не, просто если мы сейчас пойдем деф, то я не пойду никуда. А куда тебе надо было идти? Ну, посмотрим. Я веду, блядь, на завод. Чисто работяга. А если не будем, то я пошел. Так-то уже 2 часа ночи. Че, ты пошел, все, босса включают. Не-не-не-не-не. Я тут спальники поставлю. Монаги спальники ставьте. А вы где, под красным? У красного там гора, сам высок. Там три монаги стоит, увидишь. Вы себе побольше спальников накидайте хоть. Вот я рнусь, потом сюда молнии будут кидать. Он тупо летает, даже не атакует сам Никус. Шнюк, по ощущениям, сколько еще там будет? По ощущениям, я в рот ебался. Ты... Согласен, кстати. Забитый. А что, ты прыгать нельзя? Что за бред? А, ну да, потому что в пещере нельзя ЛКМ нажимать, только дабл. Так мы же не в пещере. Ну, оно тут перед пещерью такое, да. Ясно, о, короче. Ну, как всегда, разрабы. Ну чё, Арчи, ты где? Я по какой-то тропинке бегу. Я тебя вообще не вижу. Ну, Арчи минус, понятно. Лол, не понял. Лут будем лутать, хотя сильнее заб... Не понял. Как вы вообще... Господи, чё за пещера странная? Да, встречай! А, кстати, а Коля, есть плагин еще там, типа, фришный, который дает какую-то благодарность автоматически, если человек проголосовал за твой сервак там надо. О, я подобрал заметочку. Это же копаться надо, разбираться в них. Долго настраивать? Я в плагинах вообще не разбираюсь. ФЗ, артефакт хаос. Прямо, прямо, беги. Все, тут на прыжках можно дальше. Прямо, вот я. Где? Прыгай просто дальше. А прыгать можно? Прыгать можно? Да, можно прыгать. 45 градусов. Во-во-во, давай, еще правее, еще правее, правее, правее. Правее, гору не видишь, что ли, блядь, перед тобой? Я вижу тебя. Так я же туда же не смотрел до этого. Ты, блядь, еще куда-то в сторону, давай быстрее, сейчас титан появится. Пиздуй сюда, блядь. Звук телепорта слышен, бокс, так. Я чисто по кайфу. Я где понял. Моя монах? Так что все. Монашка. Здесь сервак, слышал, как мы на босса пошли, сейчас все увидят его на карте. Наверхушечка, хуйня появилась. Сейчас, походу, все сюда и перелетят. На верхушечку и тупо сквозь него левую кнопку мыши. Прям на него наводим. Mm-hmm. 250к хп, ну чё, пацаны, погнали. 24, я понял, это нам надолго. Шнюх, давай, включайся в дело. Если вы стали целью ставить, то на землю мгновенно. Да-да-да. Так, вдруг. Блин, стамин-то не бесконечная. А как понять, что ты цель стаи? А там написано сверху, вы стаи. Ой, ли целью стаи. А если мне написано, что я ничтожество? Сочувствую. Ну, это... Иначе ты ничтожество. Ну, бывает такое, Шнюк. Ничего страшного. Даже в арке пишет. Говорят, с этим люди живут. О, ты же снимаешь, да, Коля? Может, снимаю, может, нет. Артём Капуся. Ай. Вот у него жопа погорела, да. Вот ничего умного не мог сказать. Что-то у меня вообще монага мало дамага наносит, Шнюка. Вроде пролетает, а там что-то... Вообще копейки какие. У меня по 15. Мы тут, походу, монагами целый час будем ковырять эту херню. Соло хард прилетели. А, ну те самые. На Виве. Сейчас тут пол стримака, короче, играли на халяву получат. Никак, парни, так что... Мы не виноваты.
Я жив. Он сейчас тупо где-то сядет и будет сидеть тупо ждать. А мы не можем по обмену написать, пусть контролирует и все. А что он сделает? А это что-то... Ну, это не нарушение ПВЕ, я понял. Это нарушение ПВЕ. Своруют, если вот... Ты просто видос снимай? Я снимаю. Нет, лут сворует, да. Типа, он-то не лут сворует, ему лут не нужен. Ему инграмму нужны, типа, он инграмму получит и все. А, ну инграмму пофиг. Так он же на халявых получит. Ты знаешь, как бы, ты-то геником делиться с ними тоже не очень хочет. Да, тем более они живут на этой карте. Вот хрено, что люди в ПВЕ, сука, им даже ничего не сделают. Я ставил, когда они... Надо поставить прямо над, типа, ну, чтобы было прямо около этого, около Титана. Ну я могу переставить прям сейчас. Дот, да, поближе к Титану дот поставь. Ставь ближе. Ну прям туда на это. У меня все равно с собой два. Чтоб хотя бы не подлетали близко. Вы бить все перестали, типа. Даже мы. А Манаги тут бьет. Как он меня убил, если я снизу был. Главное смотреть, чтоб вас ПВ бомжи сейчас не залутали. Типа залутал. Там чувак на птире пытается подлететь к нашему доту. Вообще рекомендую парашют вам сделать. Вообще. Еба. Мультикил. По земле метал. Чел, короче, лет 10, наверное, по голосу. Писклявым, писклявым таким голоском. Зачем вы доты повсюду строите? На совет. King of Don. А тот сам, а, нет, подожди. Не-не-не, те другие были. King of Don. Ой, на меня опять молнию кинул, какой же я везучий просто. Так, ну после рестарта я зашел. Вроде спальники у нас есть. А вот Титана нету. Отлично. Не, это так, не так. Да, Титана нету. Ах, блядь. После рестарта Титан пропал. Сейчас админу надо писать, чтобы он Титана реснул. Мы его почти убили, сука, рестарты эти. Дроп красный. Пацаны, блядь, снимаю наушники, ложу, думаю, ой, сейчас потянусь и слышу красный дроп, бля, боевую готовность. Давайте собирайтесь около санина. Нормальное хоть место. Ну, я говорю, санина. В прямом переносном смысле. Как раз, идеально. Погнали. Я лечу на совет. Блядь, где моя мама? Я да не, не, ну... Во, о, все. Рептиза, а, заберите у него стаф, он его убил же, да, вот тут. Плюс инграмма. Кайфу. Все админ, блядь, взял зап. Ух, тут прям у меня мясо какое-то лютое творится, пацаны. Я уже около луча. А забудьте за эту сторону с альфа-трайками, забудьте, манами. Помогайте Коле, я их держу пока. Вы под резистами не нанесете. У меня уже 2/3 хп. Туда Коля пока нужен. Чё за, блядь, спинач в тих... Все, я свою сторону почистил, сейчас к вам иду, пацаны, ждите. Собрали? Да, вроде все. Ух, 900 джема черного. И куда мне это деть? Все, я в перегрузе чилю, пацаны, помогите. О, легендарный автомат, ля-ля, ебать. Берите черный джем. Ничего хорошего. Куда, блядь? Косарь черного джема. Угу. Косарь черного, легендарные штанишки. Дробовик топовый. Так винтовка, кстати, ничего такая. Но... Мне больше нравится этот помповый дробаш. Ай! Кто там? Кого бьют? Да, помповик там хороший, да. В целом херня. Там можешь реплик запустить на патроны. А чем тебе фабрикаторы не нравятся? На патроны срочно нужны или нет? Но с реплик все равно нету. А, реплика нет, я понял. Ладно. Действительно, да, ты только заметил. Сиди в фабрикаторе, крафти мажор. Ля, я так... Вот Арчи, она от уидра чёрная, на другом пике точёная, чё выбираешь? Я выбираю тебя. Ты будешь мне дрочить на пиках точёных. А, ну значит ты всё-таки садишься на пике точёные, я? Ты на пиках точёных. Ты сказал, ты будешь мне дрочить на пиках точёных, то есть ты садишься на эти пики. Я тебя понял, принял, спасибо. Ты выбор сделал, я понял, Коля, а ты на чё за... Я уже понял, что пи***сов от них набрал в трайп. Основа жизни разнообразие, но мы так стараемся в любых пристрастиях придерживаться крайностей, пока я фанатично стремился освоить все, что нравится. Мне предъявляли, мол, проваливай, это неправильно. Нужно найти свой стиль, это и есть мой стиль. Общественный инстинкт видеть во всех стереотипы, но я тоже человек, прости. Внутри меня есть мир, пойми, он никогда не полетит вокруг твоей оси.